Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. На часть активов «Молота» найден покупатель. Директор компании «Молот Армс» Равиль Нургалиев стал победителем. По одному из аукционов он предложил 5 миллионов рублей за центр кабельного телевидения «Молот». По остальным лотам продажа непрофильных активов признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок. Среди них здание склада «Кислот», автозаправочная станция, теплотрасса, объекты незавершенного строительства, доли в уставном капитале, право требования долгов и другие. Повторные торги назначены на 6 июня. Они пройдут со снижением цены на 10%. Напомню, что процедура конкурсного производства на заводе открыта в октябре 2013-го. Программа «Экономика». В Киров зашла федеральная сеть кофеен-шоколадница. Об этом пишет «Навигатор». Заведение открылось в историческом центре города. Информация о новой точке появилась уже на официальном сайте «Шоколадницы». Сеть кофеен – одна из крупнейших в сфере ресторанного бизнеса в Москве, регионах страны и странах СНГ. Отмечу, что в Кирове шоколадница открылась по франшизе. Из сообщений на сайте головной компании известно, что взнос составляет 2,5 миллиона рублей. Ежемесячный платеж от выручки 7%. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Качественная работа бухгалтера поможет избежать очередей в период отчетности и претензий к документам. От нее зависит работа предприятия в целом. Как найти человека, который сможет стать правой рукой руководителя? Рассказывает руководитель фирмы «Бухгалтеры Я» Татьяна Максимчук. Выбор бухгалтера в чем-то напоминает выбор лечащего врача для членов своей семьи. Ведь вы ищете человека, которому можно доверить самое дорогое из того, что у вас есть. Если в одном случае речь идет о здоровье близких, то во втором – о финансовом благосостоянии вашей компании. Бухгалтерские услуги в Кирове оказывают несколько известных компаний. Но даже в такой профессиональной среде фирма «Бухгалтеры Я» имеет заслуженный авторитет. Какие задачи вы решите, обратившись в «Бухгалтеры Я»? В первую очередь, это комплексные бухгалтерские услуги в Кирове и области. Полный бухгалтерский аутсорсинг позволит сбросить с себя весь груз проблем, связанных с ведением документации, сдачей отчетности, необходимостью посещения различных инстанций для решения разноплановых проблем. Если в решении каких-либо глобальных проблем нет необходимости, то представители компании окажут помощь в составлении отчетной документации, представят ваши интересы в налоговой службе, фонде социального страхования, пенсионном фонде. Это позволит разрешить любые возникающие проблемы и быстро, с минимальными потерями. Ведь главное, что гарантируют представители этой компании, это соблюдение всех установленных сроков и соответствие всей составляемой документации законодательным нормам. Бухгалтерские услуги пользуются стабильным спросом. За подобной помощью обращаются не только представители малого и среднего бизнеса, но и владельцы крупных предприятий региона. Компания «Бухгалтеры Я» сотрудничает с индивидуальными предпринимателями, компаниями с различной формой собственности. Мы готовы оказать услуги организациям и физическим лицам, работающим по различным системам налогообложения. Забудьте об очередях в период сдачи отчетности. Забудьте о претензиях, связанных с неправильно составленной отчетностью. Доверьтесь настоящим профессионалам в бухгалтерской сфере. Фирма «Бухгалтеры Я» гарантирует соблюдение всех установленных сроков и соответствие документации законодательным нормам. Она сотрудничает с организациями разных форм собственности и применяющими разные системы налогообложения. Доверьтесь настоящим профессионалам в бухгалтерской сфере. Телефон 46-42-81. В завершение о валютах. Доллар сегодня 56-18, курс евро 60-26. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.